Ну что, вот у нас вторая карта, видимо, карта у нас Демираж. Напомню, что первую карту у нас выиграли коллектив Мим, и у нас сейчас полетел Кнаев. У нас два АФК, конечно, стоят с коллектива Мимов. Ну что, весам, будут ли брать Мираж или будут сливать эту карту и поедут домой, до свидания, пешком пойдут? Ибо они будут тащить пытаться. Ну что у нас? Все ожили. Это уже отлично. Ну что, вы режете прям в яме? Режется прям в яме. Ну вот, минуса просто летят от дефенса. Ну смотрите, все поголовно красные на попадание. Ну что, шершень может дать эйс. Минус от Тобиаса. Дом у дороги. Минус 2 от Тобиаса, отлично. Ну и тут ваншот просто головошот шершенью. И что, дефенс берет и оставляет себе дефенс. Видимо так. Сейчас мы это узнаем. Стей, да, вот он у нас пишет стей. Видимо, сейчас рестарты будут, ну что. Мимы. Мимы начнут у нас за атаку. Здесь на самом деле очень весело играть за атаку. Неоднократно в этом убеждался. Ну это фаст Б. Или шифтом под Б? Нет, мимо хотел сыграть шифт, 0-7 у нас с Мефисто занимают беляш. И точку Б, ну прям плотно. Ну что, Тобиас сейчас элисиво будет смог, да, смог далее. Уже не выйти на чек. Ну что у нас, вот три игрока, почему трус около белого на С, что там, фри, ну все, зиг потопали. Что первый фри будет на приеме. Сможет ли принять, ничего не сделал этот парень. Ну что, фаст Б врыв сейчас будет вверх-вниз, делят. Просто на... За бляшом у нас есть игрок, минус 0-7. Тобиас разменивает. Все-таки минус шершня, фри тут же моментально разменял. Иксы нужно минусовать, иксы никто не минусует. 2 в 3 остается у нас атака, но у атаки, в принципе, позиция лучше. Минус 2, шершня, лучше шершня. 1 в 1 миллер остается. А, нет, да, точнее, миллер 1 в 1 против элисива. И плент лежит. Ну что теперь делать? А нет, плент у Люсива. Люси может уйти, в принципе. Ну вот перестрелка. Отлично! И Люсива попадает ему в голову. И публика просто взрывает зал просто. Публика взрывает зал. Что у нас первый раунд, видимо, как вы поняли, за мимами. И сейчас мы будем наблюдать два экораунда дефенса. То есть это уже, считаем, можно сказать, мимо 3-0. Ну что, 5А. Это фаза Б. В принципе, читаемо. Фаза Б делать на эко-раунде. И все, все через перемычку побежали. Нужно не шифтить. Главное не шифтить, либо вас начнут в поджим идти. Очень много игроков по зиге побежало. Да, все, Б вываливаются игроки. 3 АК. Галил и Юсп. Увелиси вам. Ну что, есть игрок в зиге. Взорвать, да, зигу взрывают, отлично. Он по коридорам два идут. Шершень будет принимать коридоры. Ну что, тут Шурик у нас пытался спину убить, но ничего не смог. Шершень с Тобиасом на уровне держит. Пола зига. Миллер будет сейчас пытаться давать отпор, но этот отпор как ничего просто. 2-0. Лагнуло ХЛТВ немножко, но очень удачно налогнуло. Снова будет фаст. Снова будет попытка на эко, а сейчас парни просто не угадают. Череда такая, чехарда череда будет у нас просто. Все хотят просто про аркаду в мидл сделать. Ну что, ждут поджим яму и ждут поджим ковры. И что, беляш чекнули чисто, перемычку обратно идут. Фризи у нас первый будет встречать, видимо, ковры. Да, о-хо-хо, шершень по жбану получает, 30 хелсов у него. Что, парень выходит на точку, первый, самый первый открыватель, 30 хп у него. Да, есть в респе. Кто-то может даст инфу или нет. Минус от Мефисто. Все-таки Юсп находит одну жертву. Ой-ой-ой-ой, Елисива. Смотрите, Шурик находит Яра. Ну это вообще как-то в спину забирает быстро игроков. Шершень, отлично. Главное, важный очень минус дал на самом деле.
И последнего Мефисто на планете тоже забрали. 3-0. Мимо ворвались просто на Демираж. Напомню, что за коллектив Мимо у нас играет Шершень, Лисива, Тобиас, Яро и Папи. А за команду Ависам у нас играет Миллер, Мефисто, Фри или Фризи, Джаз Шурик и 007 парень. Агент 007. Ну что, вот снова шифт по коврам и снова пачка будет, видимо, выходить на Шурика с Миллером. Снова поджим ямы ждут. Ну, как-то не очень протекает на самом деле мысли о атаке. Но, в принципе, играет кучей и тем самым просто застает врасплох. Ну что, Шурик у нас под девяткой сидит и... Уже выход, выход сейчас будет просто. Уже выход будет. Ну что, выход пошел. Шурик ловит флешку. Фу, Шурик жмет. Ну, тут пролетело, проехался дулом. 3 в 4. Ой, плент оставит, но... Хо-хо, как, ну, агент у нас на 07 ничего не снял. Как-то странно даже на самом деле. Там ярость, 4 хп, Лисива 31. И что, минус от фри, Лисива за брат. Ну что, есть красный, яро, 4 хп за А3 стоит. О-хо-хо, два таких просто киллшота. Ну что, 0-0-7, ласт игрок, яро его просто перестреливает, 4-0. Ну что-то как-то... Видимо, сейчас еще один эко-раунд у нас будет от Ависам, и это будет 5-0 в пользу мимов. Я этому безумно рад. Ну что, эко. Эко. Куда пойдет эко? По дефолту. Все решили сыграть 2-1-2. А, пачка на стяжку. То есть будет стяжка. То есть сейчас почекают ребята Шершень с Яра, подождут поджима. Одним будет поджима, а ребята пойдут. А, пока не пойдут, уже контакт будет. Контакт будет на Б. А, ну что, минус от Шершня, поджим был удачный. Ну, минус от Папи тоже поджим был удачный. Там есть еще Мефисто. Мефисто тоже гнило есть. Ну что, фаст А будут, ребята, сейчас выходить. Кого? На Шурика. Джаз Шурик. Ну что, Шурик, с виспом. Ну, конечно, принимать он долго не смог. Там Элюсива просто с калашом на него убежал. Ну что, Мефисто. Спину заходит к противнику. Хо-хо, Папи наказал. И Мефисто еще с девайсом почему-то отсейвился, чехонечненько. Ну что, 007 пошел в замену, с четвертью игрок, под девяткой, точнее уже на 9 игрок есть тоже. О, Шершень нашел одного, Тобиас нашел второго, и это 5-0. Ну да, это походу выглядит какой-то расстрел просто маленьких котят со стороны мимов, и эта вторая карта, видимо, будет очень жесткая. Для Ависам им нужно будет сейчас собираться, потому что если они сейчас за дефенс не будут как-то проявлять себя, то будут играть пассивно так, то они отлетят. Но снова, полубай, смотрите. У коллектива Ависам, Мефисто на эко, хотя нет, извиняюсь, конечно, за свои слова, фулбай, ребят, ну что, вот первый Шершень встречает Джаз Шурик. Пал Шурик, конечно же, жалко, но... Фризи в упоре, два хедшота, фри. Вот Тобиас разменял вовремя. Если не спел у нас игрок. 3 в 3, ребята, играют, флешка в респ. Ну-ка, отцепит Миллера. Да, Миллер, конечно, фол. Мефисто 0-0-7 по джим пойдет. Ну что, смотрите, сейчас в коробочку будет зажимать террористов. Что, Папи? Очень важная позиция у Папи, но Мефисто не смог пострелять. Ну почему, вообще непонятно, но... Есть в коврах Тобиас. Минус от Яра. Главное 0-0-7. Главное, вот смотрите, вот. Все. Ну, тут Тобиас забрали, конечно. Успеет план, нет. Он успевает. План зафьюзить. И смотрите-ка. Вот, пожалуйста, Ависам уже дают отпор маленький, но отпор. 5 к 1. Ну что, ну главное сейчас собраться с мыслями, собраться с духом и попробовать что-то взять побольше. Нужно как минимум сейчас раунд за раундом брать, и тогда, мне кажется, мимо посыпятся, потому что мимо как-то, они такие, знаете, волевые игроки на самом деле. Я вот наблюдаю, как они идут, они вначале проигрывают почему-то, а потом берут. Мне кажется, сейчас будет здесь обратная ситуация, что они вначале берут, потом проигрывают. Ну что, снова медленно, плотно шьют. Играют все абсолютно в линеечку. Ну что, минус Папи, перемычка. Фризи лагнула ХЛТВ. Под Б. Плент идет у нас. Тобиас тяги, Шершень, вода, шумит.
Ну что, Мефисто на ХГ, подсадка на Зигена ящик. Да, просмотр Зиг, почему он смотрит Зиг? Хоть, при том, что ему лучше коридоры смотреть. Ну что, Мефисто? Мефисто должен забирать, был. Вы что? Что ты гонишь, что ли? Шурик минус перемычка. Ну что у нас Мефисто перетянул, минус Яро. Джаз Шурик все отстреливать пытается, но он безрезультатно, его Яро минус. Ну что, Мефисто, два минуса, ну вот парень дал себе знать. Упал вовремя, ну что, Шершень 2 в 1. Вывезет этот парень или нет? Ну дефьюзит, конечно, дефьюзит. Минус о-хо-хо. Ну парень, конечно, тут Шершень забыжил и раздал по полной программе. Пошел в жопу, значит. Ну что, вот. Возвращаемся обратно на стрим. Снова у нас играет медленно, все играют, ребята, с плитами. Такая ровная линия выстрелилась от игроков атаки. И от игроков дефенса примерно все выглядит так же, но немножко не так. Ну что, на поджим никого нету. Все ждут какого-то чуда на самом деле. Минута 20. Есть, конечно, времени. Будут шифтить, очень много будут шифтить. Мне кажется, сейчас Тобиас пойдет. Он уже не вытерпит просто на самом деле. Нет, не вытерпел Фризи. Фризи пошел поджим. Фри пошел поджим. Ну что, волевой бай, конечно же, 2 М-чая и 3 ЕСПА. Мне кажется, не на руку вообще такие баи брать. Два девайса, причем под А стоят. Два девайса под А. Ну что, раскидка А сейчас будет. 0.7. О-хо-хо, ловит голову. Отлично, Миллер 2 хэдшота. Реализует девайс. Ну что, минуса просто с юспа, ну это вообще, если прикиньте. О, тут шершни просто накалили с сестрон фри. Элисива 1-2. Ну что, один в один Элюсива. Есть инфа, минус 3 от Элюсива. Вот этот раунд вообще. Парень просто берет в копилку. Через пот и кровь. Вот так. Тут просто, на самом деле, борьба сложилась не на жизнь, а на смерть. Элюсива получает МВП. Парень затащил свою команду, и команда ему, безусловно, рада. И счет у нас 7-1. Не может дефенс поймать и понять атаку. Ну что, снова смотрите, по первой инфе побежали. Тобиас это, видимо, мог услышать. Ребята просто поверили. Вы представляете эту картину? Ну и все, и пошла перетяжка в обратку. Ну что? Или все, пошумел, притянулся. Фризи занял Зиг. Ребята, твой в гнилом. Ну, минус от шершня. Отлично, Фризи поймал инфу, отличный тайминг, минус Яро. Еще бы шершни пристрелять, но там перестрелка очень короткая, видимо. Вдвоем его парни пристреляли все-таки шершни. Жесткий шершень, его нужно только вдвоем убивать. Ну что, у нас под... А, выходит. Что, вот первый голова в мясо. Папа его наказывает. Три на точке А. Вот прям вот как выбить их, и вообще не этот, на самом деле, вопрос. Кто задавался Мейнштейн, как выбить спот А. Вот, минус от Тобиаса, моментальный размен от Мефисто, А3 у нас точно занято, я в этом это точно помню. А нет, четверть яма. Ну вот, сейчас на Мефисто не нарвись, придурок, конечно же. Сейчас ему кричит этот тиммейт. Четверть чекнется, ну да, чекнется, ну что, и на Элисио. И на папе вышел Мефисто. Ну, Мефисто, конечно же, забажил в этом раунде. И план, мне кажется, успеет снять. Да, конечно, успевает. Да, дефиз. Ну, вот ошибки атаки. Почему они так играют закрыто? Замкнуто так играют, на самом деле. После того, как остается плент, они более агрессивнее должны действовать. Но если и стоять уж закрыто, то уж стоять на чек. Ты же не стоять вот в углу, как парень стоял за четвертью.
Вот здесь я вот за четвертью стоял и ничего не сделал вообще, ноль реакции. 2-2-1. Что, весам шершень встретились? Привет, пока. Фризи пошел отдыхать домой, поехал в Тамбов. Что у нас теперь будет? Поехал обратно в Киев. Ну что у нас, два по гнилому пошли, Тобис или Сива, пошли по черные. Там Шурик у нас встречает, Шурик хорош. Напугал игроков, они обратно в подвал убежали. Шершень видит перемычку, но надо минусовать. Шершень, это что? Вот там Шурик красный очень, на самом деле. 39 хелсов Шурика. Под Б. Под Б стянулся 0.07, но смотрите, отличный тайминг. Снова отличный тайминг, минус от Шершня. Ну, вообще, пацан просто гонит минус от Шершня. Что Шершень делает, а? Пацан просто гонит. Минус от 0.07 от Мефисто. Но семерку забрали, конечно, и Мефисто остается 3-1. Он думает, что это А, прям на стриме думает, что это А, ну... Я тоже думал, что это А, но на самом деле все не так. 8-2. 10 раундов позади, я вам скажу статистику. Лучше пока что у нас Шершень, 16-6. А за это, за команду Madness in Me, то есть мимы. А за команду Ависам у нас лучше это Мефисто. 13-9 настрелял этот парень. При том, что команда его проигрывает 2-8, это довольно-таки неплохо. Ну, снова ждем поджима, снова у нас крылатый пошел щебедать на ковры. И что, Мельер сейчас ловит голову? Ха-ха, нет. Шершенью подрубили крылышки, и все. И Шершень пал просто от Миллера. Миллер отличный тайминг, на самом деле, сыграл. Есть игрок в яме. Все зависит, как сейчас сыграет в этом случае Миллер. Нет, Миллер отдается Яру, и все. Сяшка на А пошла, ну... А пачка тем временем выходит Б. Нет, через гнилую идет, и Мефисто этого может услышать. Ну что, минус от Яра на споте. Ну что, Яра встречает Шурика, лоб-лоб, сейчас Шурик там пристреливаться будет, нет. Шурик, 23 хелса. Шурик откуда? Да, вот их АЕ залетает под жопу, и все, минус Шурик. Ну что, Мефисто 0.07. Ну что, попытаются ли эти ребята выбить? А, пачка в перемычке, Яра пошел по черному. Пошляет парень. Ну что, минус слюльки. Зига, ласт. Кидает Зигу Мефисто своим противником. Что, ну 8-2, в принципе, сейчас будет тяжело очень. Мефисто, снова ситуация 3-1. И как бы невывозимая. Ну и правильно делает Мефисто, уходит на сейф, что девайса... Девайсов нету. Будет эко. А фиг ли толку? У теров и экономика вообще божественная. И что сейчас будет делать Мефисто, я вообще не знаю. Сейвить девайс. Потому что его папе уже... Батя его уже поджимает. Да. А, 9-2. Мимо. Выиграли первую карту. Мимо. Во второй карте 9-2 ведут за атаку. Но это попахивает, видимо, лидерством уже. Тогда были овертаймы. Видимо, после овертаймов все у Ависам в голове перевернулось все напрочь. Ну что, разыгрывают яму плюс ковры. Снова у нас Шурик полез. Санек у нас ковры. Ну что, первый контакт у Шурика. Шурик почему-то без башки, а вот... Парень или сила подражал, сидел, он почему-то с лёхеньки, почти что. Шурик, 22 хп. Полез в ковры. Сдох. Выходит Шершень. Раскидка по 9. Все, семерка фул. Тоже сдох. Или сила так разглядывал очень долго. С Шершом. Ну что, тут Мефисто! Ну тут и Миллер, конечно, тут три хэдшота. Три хэдшота просто. Ну что, 2 в 2. Нужно сейчас аккуратно разыграть ребятам. Потому что на самом деле ситуация очень накаленная. Этот Миллер как раз девятку чекает. Ну что, Миллер видел игрока? Клоямы? И не среагировал на него вообще никак. Про Миллера есть инфа? Нет вообще. Про Мефисто, как я понял, есть. Про Миллера тоже есть. Шершень. Ну, выходи. Минус дал. Отлично.
Мефисто шьет трешку, не попадает, но попадает зато по другому корешу. Яра лег. Что, Мефисто виси шершин. Отличный хэдшот от шершня. Ну, это 10-2. Конечно, разгром. Агрессивно играет мимо, и что мне, в принципе, нравится. Агрессивные выходы от шершня. Ну, тот шершень, на самом деле, делает игру очень серьезно. Первые распечатки его киллов мне очень нравятся. Крылатый, не дробя, просто залетает и все делает за всех. Ну что, Яра у нас гнилой, и Мефисто поджимает зигзаг. А весам перемычкам это Фризи. Ну что, Фризи сейчас будет гнилую принимать, и вполне, мне кажется, удачно. Ае под попу залетает, он Фризи спрейл, шершня зацепил. Точнее, забрал шершня, Яра на отходе забирает Шурика. Ну, Шурик вообще что-то гонит. Выход под Б. Очень интересно. Семерка забрал. Размен пошел некий от Элюсива, но тут Хае папика у нас, конечно, сделал хешот. Миллер заходит в спину. Инфы про Миллера нету, главное девайс не менять. Ну что, Миллер, Фризи настал минус. За свечкой ласт игрок. Папи, ну что, на папе уже с двух сторон давят. О, ну тут Фризи был великолепен. На колесе проскочил. Этот раунд тоже снимается с дефенсом. 10-3. Дома дороги. Ну что, теперь будет делать дефенс. Поймает ли Ависам у нас хоть какой-то кураж. Что-то мимо подрасслабились. На самом деле, вот этот выход был на самом деле не очень. Как шли до упора в одну точку, так и вышли. Я просто не понимаю, зачем это было. Ну что, вот Миллер слышит, фаст выход А будет. С девайсом. Ну что, Шурик снова мажет. Шершень минус. Раскидали, а. Своему в лицо стрельнул, своего убили. Сбоку, со скаута, в голову. Ну что, дифенс творит вообще. Просто издевается. По полной программе минус от шершня. Тут минус от Мефисто. Минус от Шурика. Все. 10-4. Отлично, отличный заход, отличный прием. Шурик, красава вообще. Дал 2 килла на споте и сделал раунд. Ну что, вот у нас двигается атака. Двигается атака, я не могу просто. Двигаться по коврам. Таиландское дело. Ну что, вот у нас Миллер выходит на ковры, тут с Тобиасом стычка была на разах. Ну там шершень прилетел, было кипиш. Миллер ушел. По гнилому не пошел никто. Минус от папи, зига минус. Семерку разменял, Фризи вовремя тайминг словил. Да, отлично, на самом деле. Ну, ой, шершень крылатый гасит просто. Минус. О, шершень вообще раздает, на самом деле. Читает, книжки читает хорошо. Ну что, минус от Фризи, хай килл. Что, на спот ребята вышли, а его держать спот смогут. И снова в четверти Яра у нас. На этот раз Яра, думаю, поагрессивнее будет. Ну что, Фризи прошивает четверть. Ну что, Миллер 7 хп с респы. Тобиас и Люсива. Но если Люсиву заберут, Тобиас сосет. Это инфа сотка. Ха-ха, и Люсива. О, красавчик. 11-4. Переход. Ну что, у нас дадут фаст рестарты сразу, надеюсь. Да, дали рестарты. Первый, второй, третий. Да слышу, слышу, если. Гнилая это точка. Ну что, вот у нас. По
поковырял, поковырял. Теперь мимовый за дефенс. Ну что, три аркада люльку, видимо, смело решением. Гнилой у нас Элисива двигается, Ярова туда же. Что, поджим коридоров? Ну, удачно. Инфа пойдет фастом, мне кажется. Ну что, видимо, все ребята поняли, что это А будет. Ну что, Элисива с Яра пошли по гнилой, пошли по коридорам. Инфа будет быстрая, Шершень будет первым, мне кажется, на приеме. Ну что, Шершень, да Шершавый, давай, принимай. Рассвет будет твой весь. Ну что, Зиг топает, Зиг, ребята, топает. Раз, примычка, ну что, Шершень дал хэдшот. Ну, мало одного хэдшота, конечно, есть в Зиге игрок. В перемычке Миллер, ну спот А вышли. Ну что, Яра или Сива? Ребята тащат, минус от Яра, отлично. Ну что, 2 в 2. В принципе, тут ситуация почти равная. За А3 есть игрок. Он будет сидеть в фризе. Ой, фризе, спин. Ну что, фризе 2 в 1, но мне кажется, его перестреляют. Ну перестреляют, ты жу, понятно. Элисива с Яра, вот связочка двух этих тиммейтов сыграла удачно. Они заркадили гнилую, после чего вышли отлично в спину и сделали дело. 12-4. Мимо впереди. Сейчас Ависам будет делать одно эко, потому что рисковать они не будут брать девайсы. Сейчас с попыткой на армор. Нет, такого, такой хрени не будет, и поэтому они просто пойдут фаст Б сливаться. Ну что, Элисива Яра. Пошли, решили пойти на Б эти ребята, по гнилой никто не двигает. Через форточку они вылазят на Б. Ну что, а тем временем ребята у нас идут медленно по коридорам. Ну что, ну вот первый. А, нет, по гнилой двигает Фризи. За ним Шурик. Семерка туда же пошел. Ну это походу все в гнилой. Ну что, минус от Элисива под Б. Ну что, Шурик, Шурик, Шурик. А, Шурик апается, Шершень прочел, прочел этот ап, и он, Шурик улетел в гнилую обратно. Минус от Шершня, минус от Шершня, минус 3, минус от Элисива. Ну этот раунд вообще был в нулину. Ни одного хп не сняли. Потом цвету напишешь. 13-4, ну что. Ну, Ависам на самом деле сейчас выглядит очень жалко на карте Демираж, но, видимо, не приготовились к Миражу. Видимо, мимо были более готовы к этой карте. Ну что, вот, вот они, первые девайсы. Сейчас, в принципе, на этих девайсах мы и узнаем, кто сейчас затащит, а кто будет в ауте летать. А, ну, Фризи пошел по гнилой. Шершень будет вычитывать, но минус от Джаз Шурика, это на... перемычки. Нет, смотрите-ка, это был минус Шершень от Джаст Шурика. Папе там идет на чек. Папе будет сейчас на чек принимать в упоре. Примет? Да, примет, в принципе, папе. А, тут Фризи. Ну, моментальный размен, что, в принципе, очень хорошо у атаки получается. Больше под Б у меня, вот один на Дельпане есть, конечно же, игрок. Это Тобиас. Ну что, люк пропустили, ну 3 в 4. Минус от Фризи, Элисива. Люк. Ну вот, минус от Тобиаса, думал минус 2 будет, но нет. Яра, 3 в 1. Парень на споте Б, все надежда, что это будет Б, но нет, это будет точка А, и Яра это, видимо, понимает. И надо идти пробовать. Нет, Яра вообще по барабану, походу. Он будет держать Б, как и задумал. Да, мимо нужно по-любому выигрывать. Потому что если начнется опять возня, ну, как бы 13-4, это далековато до мимов. И мне кажется, камбэка здесь такового не будет. Хотя, вот, я считаю, один раунд уже в копилку, это уже 13-5. Всего 8 раундов отделяет их от коллектива мим. Ну, при том, что у дефенса раунд через раунд эко. То есть сейчас у дефенса эко. Хотя нет, смотрите, решили Фомаса сыграть.
Видимо, либо на ФАМАСах ребята будут двигаться, либо на ИСПах. Если ИСПы, ФАМАС это так. МЧАЙ, ФАМАС и 3 ИСПа. Ну вот так вот играют у нас мимы. Ой-ой, стычка на коврах. Смотрите, вот минус от 0.7. Минус 6 от шершня будет, я думаю. Да, минус от шершня. Там еще Миллер есть. О, ну тут Миллер вовремя. Тут Папи в спину. Смотрите, смотрите, спину заходит Папи. Ну что, ну... Это никак не угадаешь, это уже прожимает Миллер двоих, нужно прожимать Миллеру, нет, или Сива он не смог пережать. И 3 в 2. Минус от Мефисто. Ну что, Яра снова один. Что-то пацаны расслабились. Да, пацаны, вы что-то расслабились. Яра снова у нас делает сейф, и в принципе это не на руку. Я забыл плюснуть раунд. Команде весам предыдущий. Как-то не очень. Смотрю по киллам, и то есть деньги, и экономика вообще очень печально. Яра постоянно сейвит. И сейв протекает удачно, он убивает и сейвит, убивает и сейвит. А девайс никому не дает. Толку от сейва. Ну что, сейчас закуп, видимо, у всех ребят. Нет, Тобиас у нас с диглом, видимо. Хочет дигл раскид взять, ну... Посмотрим, посмотрим, как сыграет сейчас. Масковры. Три двигаются по коврам. О, Папи заподжал. Шурик там встретил прям плотно так. Ну что, вот минус от Тобиаса. Вот есть инфа у Тобиаса, что там еще есть игроки. Отлично, Тобиас взрывается, а еще один хэдшот ложит и уходит. Нет, все-таки Миллер его успел прицепить, там еще фризи где-то кого-то нашел. Ну что, 3 в 2. Шершень с АВП, ну, тут шершень, нужно шершавому делать по максимуму. Ну, тут шершень провтыкал, Яра тут же будет хлоповать, видимо. Минус от Фризи. Ну, все, тут шершень в западне. И получает голову, и Фризи вообще его просквозил, и это 13-6. А, ну как бы вам сказать, это уже 13-7. Да, 13-7. Уже 5 раундов всего лишь сейчас отделяет. Ависам от мимов. Ну смотрите-ка, Ависам прям чувствуется, что ребята поймали свою игру, при том, что сейчас эко-раунд у Дифенса, то есть это уже 13-8 точно. Минус от Мефисто. Тобиас по гнилой двигался, и Мефисто его забрал. Что, плотно играет под Б, и как-то, смотрите, атака решила пойти под Б, вот у нас Шурик уже стягивается, и в принципе они идут в ловушку, просто у Дифенса ту ловушку идут. Шершень, Папи, Яро, Лисиво, это просто западня на самом деле, главное не дать себе знать и не стягиваться. Ну вот у нас, как это все выглядит. Самое интересное, что на Элисиво. Вот, минус от Папи, отлично, хэдшот есть. 4 в 4. Ну, Папи красный. Минус от Фризи. Еще минус от Фризи. Тут Элисиво еще шьют, не понял, откуда Джаз Шурикова забрал. Ну что, у вас Фризи тут остается против Шершня. Шершень за свечкой, Фризи боится, 21 хелс. И правильно делает. Шершень, смотрите, как противно Шершень, все, он борется и забрал еще в итоге Шурика. 13-8. Смотрите, как Ависам уже камбэк какой рисует там. Вот это чувствуется уже, что будет камбэк, скорее всего. Что, ну вот мимо вообще прям не могут ничего сделать. Эти вот полуволевые баи, вот смотрите, у Шершень опять... А, нет, у Шершень АВП, извиняюсь. Вот сейчас наконец-то полный бай. Походу, кроме Элисива. Элисива с АВП. Вот так. Фаст яма, выход. Ну, неудачно. Хотя, как сказать, Фризи выходит просто с ямы в наглую и дает уже первый хэдшот. О, на Дельпане есть игрок. О, Тобиас забрал. Отлично. Минус от шершня. Миллер в размен пускает Яро.
Что, раскид пошел? О, Шершин ловит голову. О, 0-7, 0-7 раздал просто. Элисива попадает. 2 в 1 Элисива. Там 2 игрока красных. Поменяй девайс, и ты затащишь прям 100%. Отлично, Элисива Виси Миллер. Ну что, 11 Слышь. хп, 11 хп у Миллера. Пачка не руки. Что мне, в принципе, нравится. Вот только сейчас пачку идет Миллер ставить, и Элисива идет через люльку. Миллер, мне кажется, прочитает только в самом последнем моменте, сейчас Миллер развернется. Нет, Миллер упорно, упорно Миллер ждет. Ой-ой-ой, вот это сейчас будет очень смешно на самом деле. За горелкой есть Элисива. Элисива спиной стоит просто к Миллеру. Вы смотрите, как это выглядит просто на самом деле. Я думал, он сейчас на нож возьмет. Но нет, не стал Элисива рисковать. Это было очень забавно. Я думал, сейчас игроки разминутся, и это было вообще вот капец полный. Но нет, 14-8. 14-8. 6 раундов встают Авесам, но тут главное не давать сейчас ошибок. Ошибок нельзя, не давать ошибки совершать своим тиммейтам и делать более грамотные выходы. А проще говоря, просто попадать в стрельбе и все. Вам этого будет достаточно. Но опять же нужно делать что-то умное, потому что так просто выходить лоб в лоб, это, конечно, идиотизм. Но вот, смотрите, решили присесть на shift. Ну вот, минус от Яру. Это уже хорошо, коридоры минус. Но пачка у нас все равно лежит на 8. На 9 у нас фризи. Ну что, Миллер красный, там пустил папе, он, конечно, на веревочке, но Миллер 20 хп. Он уже, в принципе, частично не боец. Ну что, Фризи и Шершень сейчас разминутся, мне кажется, по таймингу немножко. Что-то ребята делят, делят люльку эту. Ну, Фризи, снова вот эту перемычку. Минус Фризи, отлично. 4 в 3. Потому что Миллер не боец, у него 20 хп, и по него есть инфа, ну что? Минус от 0.07. 3 в 3, да, вот ребята играют, но... 2 вейпера, 2 в 3, 2 в 3. Ну вот уже 1 в 3, ну тут вообще Яру бросили просто. Из-за своих АВП ребята просто сами себя же подставили. Будет ли это сейф? Это непонятно на самом деле. Я думаю, что это будет сейф, да, это будет, скорее всего, на сейф входить, потому что Яра один, к нему идет уже спину 007, но Шурик с Миллером будет сейвиться, это 100%. Да, вот уже погнило, Яра убежал, просто коридоры. 07 как бы идет правильно, но далековато он еще до своего противника. И это 14-9. Ну, как-то вот начинает уже мимо начинает делать ошибки, которые приводят к минус раунду им в копилку. Ну вот, 3Б, 2 ковры. Снова папе поднимается по ковры. 3 по коврам, эко раунд от дефенса. Да, ведь ковры 0-7. Первый хорошо. Второй килл. Я еще килл от Миллера. Отлично. Но тем временем ребята будут разыгрывать спот Б. Там есть Шершень, и Шершень слышит, что на него идет не один игрок. Минус от Яра, но вот Шершень есть игрок, будет ли он что-то делать. Да, отличный хэдшот от Шершень. 3 в 2, но тут уже, если Яра сейчас попадает, но тут уже ситуация серьезнее будет. Но тут Яра немножко закрутил колесо. За что я был наказан. Правильно, Шершень прочитал эту ситуацию, но не смог правильно ее перестрелять и вывести. Ну что? Ну теперь бай. Шершня нет, видимо. Да, вот.
Не очень пока. Нет, Кишеш не пришлось сыграть Дигл. Почему бы и нет? Атака ему снова разыгрывает 3-2. Два коридора и три ковры. Точнее, два коридора, один за беляшом и два ковры. Ну что, Шершень выходит на чек. Минус от Шурика. Или Сиву он забирает где-то у нас по карте. Да, это перемычка, видимо. Ой, Шершень. Ого, что Шершень творит, вы увидели? Просто на развороте. Ставит такой хедшот просто. Ну, тут Шершень раунд, конечно, взял в копилку. Ну что, пачка выбита в коврах. Есть инфа? Почему нету? Вот минус от Шершня. Ну, герой матча, походу, этот парень. Ну, не начекал фризи, конечно. 2 в 2. Ну, Тобиас, у него должна быть инфа про пачку. Вот, есть инфа про пачку. Есть девайс, есть инфа про пачку. Фризи с респы. Мефисто пытается зайти через девятку. Попытка неудачная. Ну что, Яру забрали? Ну что? Один в один. Да, зачем Тобиас вылез? Вопрос, конечно, громадные, но 14-11 тем временем у нас, и пока у нас Ависам настигают очень сильно мимов, а мимы все не могут определиться, делать им закуп или идти им на эко. В итоге они идут сейчас на эко, и вообще как-то непонятно, что это все происходит. Снова поджим ямы. В очередной раз он прошел удачно, почему-то яма не контролится ни одним игроком из Ависам, но ребята пошли под Б разыгрывать, Фризи контролит Зиг. Или ребята пойдут под гнилую, я вообще как бы не в курсе. А, ну вот Папе, на самом деле ситуация, если бы Папе пошел через ковры, Яру, пошел в спину и тут, ну, натопал, конечно же, ну вот Папе забрал одного в спину игрока. Есть девайс, то есть еще 0.7 красный, очень 7-6 хп, то есть это, можно сказать, 3 в 4. Ох-хо-хо, 0.7 забрал, отлично, 3 в 4. Какой Миллер, смотрите, противный, не хочет сдаваться так просто. Миллер 13 хп, Шершень дал минус Шурика, отлично, 2 в 3. Ну вот они и мимо. О-хо-хо, минус от Тобиаса. Ну что, Мефисто, 3 в 1, нужно тащить. Тащите, ничего больше, абсолютно. Либо Ависам уже не переживет такие раунды отдачи. Забирает пачку Мефисто. 7 секунд. Ну это тайминг уже, все не успевает никуда. Абсолютно Мефисто просто топает и... Топот ему ничего не поможет. Ну, 15-11. Last round для мимов. Все, либо вариант такой, либо Ависам дают 4 раунда камбэка и берут овертайм, и у нас третья карта. Либо они дают сейчас победу игрокам мим, и они выиграют турнир украинский от pgp.org. Напомню. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой Twitch, смотрите там видео и так далее. Участвуйте на турнирах vgp.org.ua. Отличные украинские турниры на One Game серверах. Ну что, минус от Шершеня, тем временем на меде у нас. Шурик попытается пойти в размен, но там Шершень. Ну, вы сами знаете, кто такой Шершень, чего он стоит, парень жесткий. И так просто позиции свои не отдает. Ну, вот в этом случае он был... Не готов к такому выходу от Шурика. Шурик подлый тоже, Шурик. Шурик пес. Шурик подлый пес. Ну, минус от Элисива. Не рассчитал тайминг. Но размен есть. И в итоге, ребята, 3 в 3. Ну, уравнивает шанс 3 в 3. Да, вот оно уже есть. Папе в этой ситуации должен был просто не суваться. Ой, Тобиас на заходе дает минус. Там Мефисто разменял. 2 в 2. Минус от Элюсива. Ну что, Мефисто, тащить нужно. Жмет. Ну и все. Что, поздравляем команду мимов с первым местом. Это 2-0 по картам.
Это, видимо, первое место. Поздравляем их. Они выиграли ВГП турнир номер 2. С вами был Артем Лаевский. Всем спасибо за просмотр.